Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим послание духов предков рода для вас сегодня. Что хотят передать, сказать. Послание не на сегодня, оно как предупреждение, будущие какие-то события. Тех, кто находится в каких-то трудных ситуациях, неразрешимых, непонятных человеческому разуму. Вот давайте смотреть. У кого-то есть открытые враги, кто-то делает из вас. А я знаю, что это 100% делают уже чистки какие-то, да, там, каким-то образом. Давайте смотреть, что хотят передать. Завтра у нас полнолуние, энергии очень сильные. Беру оракул полнолуния. И ищем карту рода. Это и будет посланием, кто смотрит в первый раз. Смотрите. Крадники. Крадники на благополучие, на болезни. Тут какую-то болезнь кто-то преодолел. Кого-то здесь измучили какими-то, считают вас легкой добычей, черные какие-то дела и кража, крадники ваших финансов, любви вашей, внешности. Тут крадники могут быть на все что угодно. Смотрите на свои изменения в деньгах, во внешности, здоровье резко может ухудшилось. Видите, кто-то тут делает на вашу любовь, у кого-то на любовь, на влюбленных. Как играет с вами. Ну, вы как друг с другом здесь кто-то. Опять же, это не для всех. Может, кто-то не в паре. Но вот кто в паре, вы как по судьбе. И ничто здесь вас не разлучит. Никакие шабыши, маски, тучи. Пытаются. Ну, пытаются. Аисты. Видите, как закрываются вон дороги каким-то с глазом. Вон какой глаз. Чтобы у вас были препятствия. Кто-то здесь, знаете, замечает мерзнут конечности, как-то подмерзаете. Вот это может быть влияние вот этого сглаза. Но здесь по справедливости, знаете, как высшими силами священный жук, это скоробей, это, знаете, как что-то потустороннее. Все по справедливости отзеркаливается и возвращается обратно. Так что вам тут переживать нечего. Тут высшие силы все отзеркаливают и возвращают обратно кому-то. Кто-то даже не замечает. Да, может, какие-то есть небольшие изменения. Но настолько чистый человек, что это само по себе. Как уходит по справедливости и идет обратно. А кто-то из вас может делать чистки и возвращает как-то обратно. Все, что вам сделали, но не больше того, не желайте ничего свыше того, чем сделали вам. Если делаете чистку, то делайте возврат только на то, что сняла эта чистка. Не желайте свыше, не имеем права, не имеют права люди. Ну, вот такие, конечно, люди имеют почему-то право, а вот нормальный человек, ну это нарушение законов природы. И рано или поздно эти люди все равно расплачиваются за свои вот эти деяния. А вам это не надо, хорошим людям. Ну, это просто не нужно. Не желайте ничего свыше. Вот то, что вам наделали, да, попросите высшие силы вернуть обратно своим владельцам. Но не более того. Вот такой был расклад. Всего вам доброго. До следующих видео. Завтра будем опять делать послание. Всего доброго.